Готов встретить осень стильным и модным? И что ты подготовил к новому концертному сезону? Леопард? Зебра? Нет. Начинается. Ты же теперь в новом тренде. Картофельный пиджак, в котором ты собирался выйти замуж. Вообще, я сейчас, не ошиблась, Забузова. Вообще принты сейчас это очень модно. Это просто не там не оценили. Ну, в общем, звериный принт – это не моветон в этом сезоне. Если вы хотите быть модными, то тогда смелее. Нынче это самый писк моды. Как и колготки, впрочем, в сетку, многослойность и виниловые вещи. Осень обещает быть очень жаркой. У нас в студии персональный стилист и фэшн-блогер Татьяна Щербакова, а также фэшн-блогер Илья Трифоненков. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как вы нас находите сегодня? Я всегда немножко волнуюсь, когда встречаюсь с стилистами, потому что, мне кажется, я наделала много ошибок. Надела то, что мне совершенно не идет или не сочетается по цвету. Критиковать будете или... Нет. Вы в цветах осени, по-моему. Да. Самых ярких. Даже если бы вот профессионалы что-то сказали, я бы тебя защитила бы всегда. Спасибо. Ну, вы очень интеллигентные люди, нас не раскритиковали. Спасибо вам большое. Теперь давайте о трендах. Что будет модно этой осенью? Что стоит купить? Ну, так, чтобы не потратить деньги впустую. И не только на эту осень это было, а чтобы осталось на подольше. Или достать из закромов что-нибудь такое интересное, да, что будет трендово. Вот достать из закромов – это хороший вариант. Можно в моде 80-е, поэтому я бы предложила достать из закромов большой жакет с объемными плечами и носить его и в пир, и в мир. А что по цветам? По цветам, мне кажется, все цвета, я вот как стилист рекомендую носить все цвета, которые идут вашей внешности, и не смотреть, то есть не опираться на то, что модно, а что нет. Модно то, что вам идет, и то, что красиво. Нам, девушкам постсоветского пространства, уверенности не занимать. Мы действительно, те, кто родом из Советского Союза, любим все эти леопардовые принты и очень часто ошибаемся. И делаем такие стилистические ошибки, что это вызывает иногда смех и недоумение. Как сочетать вот эти опасные вещи, вот эти зебры, винил и леопарды, которые сейчас в моде, чтобы не выглядеть смешно? Ну, точно не стоит это все сочетать вместе и сразу, да. Это активные вещи, поэтому сочетайте их отдельно. Эта вещь должна быть центральной в вашем образе, а все остальные вещи должны быть простыми, минимальными деталями и простых базовых оттенков. Серый, белый, молочные цвета, нейтральные цвета. А я бы наоборот сказал, что сейчас очень актуален максимализм. Соответственно, актуально смешение стилей. И, соответственно, если на вас много ярких вещей, соответственно, принтов, то в любом случае вы все равно будете пугать прохожих, даже если это будет и одна вещь. Соответственно, не бойтесь, экспериментируйте и будьте собой. Очень все понятно. Да, но главное, что осень все-таки приближается, будем, правда, утепляться и стараться быть красивым не только снаружи, да, но где-то внутри. Ой, да ладно, оправдался. А я готов, я к этому готов. Спасибо огромное за беседу. Спасибо вам большое. Друзья, у нас сегодня в гостях были фэшн-блогеры Татьяна Щербакова и Илья Трифоненков.